Продолжаем выпуск. Преступники продолжают посягать на двухколесное транспортное средство личан. Чуть более чем за полгода зарегистрирован 21 случай кражи велосипедов. В основном преступления совершаются в Лиде, однако происходили они в регионе. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, чтобы уберечь свое имущество, стоит быть бдительнее. Чтобы усложнить преступнику задачу и себе повысить шансы на сохранность велосипеда, помните, замок обязательно должен проходить сквозь передний или задний треугольник рамы, самую большую замкнутую деталь велосипеда. Пристегивать нужно к стационарному металлическому объекту, который нельзя быстро разобрать или сломать. Это может быть велопарковка, забор, перила. Конструкция, которой пристегивается велосипед, должна быть замкнутой, то есть не иметь разрыва. Если длина замка позволяет, пропускайте его сквозь одно из колес. Заблокированным колесом катить велосипед не получится. Человек, который не катит велосипед, а несет, будет выглядеть по меньшей мере подозрительно. Будьте внимательны к своему имуществу. Не оставляйте велосипед непристегнутым. Главное правило веловладельца.